Добрый вечер, друзья. Мы рады вас приветствовать в этом прекрасном зале. Такая картинка была вообще просто супер. Ну и сейчас из зала тоже замечательно. Ой, со сцены в зал тоже прекрасный вид. Мы очень рады вас всех видеть. Вот, мы подождали чуть-чуть, чтобы все уже к нам дошли. И мы начинаем наш концерт. Ансамбль «Будь гораздо». Объявлю всех попозже, а пока первое произведение.
прозвучало произведение в Ростове Великом. Такое пафосное начало. Мы надеемся сейчас этот градус пафоса сбавить. Сейчас мы сыграем вам такую штуку под названием «Пляска скоморохов». В каком-то смысле это будет даже немножечко джем. Ну, благо на этой сцене это, в общем, достаточно привычно. Изучили программку, то могли бы заметить. Если не изучали, то я сейчас тогда озвучу. У нас в первом отделении, в общем, любимая тема, если кто-то не первый раз присутствует в наших концертах, это тема некого такого музыкального путешествия. Мы смотрим музыкальные темы разных стран и, в общем, как-то окунаемся в, собственно, в быт этих стран. Но, собственно, мы сейчас отправляемся в это путешествие, в этот раз маршем. Веселый марш.
собственно, наше путешествие мы начнем с всем известной темы Джеймса Ласта. Вот, у нас пока небольшие перестановки на сцене, мне замечательную байку рассказали перед... Ну, или правдивую историю, тут мне не ручаюсь, что прежде чем в древнем Китае, да, прежде чем мастер играл на инструменте, там, то есть давался сертификат, он должен был несколько лет обучаться правильно настраивать. Вот, я так понимаю, что Саше мы этот сертификат, в общем, выдадим. Джеймс Ласт. К сожалению. Но мы раньше еще как-то соблюдали какие-то географические точности, там как-то отсюда путешествие, да, путешествие. Сейчас мы будем просто прыгать из страны в страну. Канада. Русские матрешки в Монреале.
Так, и на сцену выходит. На сцену выходит. На сцену выходит. Ура! Прямо из Канады отправляемся в Израиль. Вариации на тему Соломона Гибертика Авреймл Марвихер. Это еще не вступление. Thank you.
теперь я хочу все-таки представить всех участников ансамбля. Александра Подрезова, Даниил Ершов, по очереди спорят, Дарья Гаврилова. На сцене перед нами только что выступала Мария Волкодав, и за роялем ваш покорный слуга Иван Елынский. Спасибо. И мы сейчас продолжаем путешествие. Ну, собственно, там рядом с Израилем, где-то там находится Греция. Греция. Ну, почти. Да. Thank you.
хотим предложить вам немножечко расслабиться, помедитировать, посмотреть на свечки под замечательные мелодии из кинофильма «Амели». Написал их Ян Тирсен, а мы чуть-чуть обработали. Thank you.
и, конечно, Америка, как же без нее? Что-то в стиле кантри по диким прерии. Thank you.
конце первого отделения мы хотели бы немножко похулиганить, благо этот зал, он настроен энергетикой на джаз. Поэтому мы сыграем вам русскую народную песню «О саду ли в огороде». Огромное. Если кто-то не выключил, просто повезло, у вас еще есть шанс это сделать. 15 минут антракт, что-нибудь покушать, что-нибудь заказать, сходить, ну да, не будем пропагандировать курение. Пожалуйста, через 15 минут мы продолжим. А, и еще, где-то здесь, я так и не понял, где, то ли у официантов, то ли где-то будут продаваться диски. Прошу, подходить, 400 рублей за диск, уже записанный «Гуслями фантазии». Пожалуйста.
начали второе отделение с произведения «Сказ о земле русской». Мы, к сожалению, друг друга иногда не понимаем. Собственно, мы и собираемся в таких местах, чтобы понять друг друга чуть получше. Собственно, и тех, кто на сцене, и тех, кто в зале, и вы друг друга, и мы друг друга, и мы вас, и вы нас. Чтобы слиться, да, в конце второго отделения во всеобщем всепонимании. Андреев, «Вальс грезы». Авторская обработка ансамбля «Коти Гораздо». У нас получается какая-то танцевальная немножко программа, так сказать, дискотека. То есть был сначала вальс, а сейчас будут народные танцы, причем не просто народные, а кельтские народные танцы. Ну, ирландские, скажем так. Если сможете, танцуйте. Thank you.
танцев, мы сейчас перейдем к песне. Сейчас прозвучит фантазия на тему украинской народной песни «Там у Вишневого сада». Thank you.
сейчас прозвучит произведение. Мы сегодня хотели в концерте показать, в общем, все возможности и все жанры, которые в гуслях придуманы. То есть это и выработки русских, и не только русских народных песен, из этих разных мелодий. Это обработки, ну, вернее, это оригинальное сочинение, то есть это сочинение, которое написано композитором просто под каким-то названием. Но у гусли есть еще очень филармоническое прямо такое движение, что академическое, играют симфоническим оркестром. Вот мы сейчас хотим вам представить что-то такое, которое должно звучать в зале филармонии. Концерт Шаханова для гусли с оркестром, первая часть. Thank you.
опять... О, вот так вот уж, да? А, нет, я думал, Данька с нами. Опять вернулись к танцам. Московская барыня. Всякие разные жанры, всякие разные эксперименты. Вот еще один эксперимент. Мы хотим вам сыграть, наложить филармоническое академическое произведение «Хоровод Слешин» на не филармоническое и не академическое произведение французского певца Готье. Как называется? Микрофон скажи. В общем, вы все поймете сами. Thank you.
Константин Шаханов, посвящение. Под конец, так сказать, еще не под самый конец, но уже наш концерт движется в завершение. Еще раз позажигаем маляров в латиноамериканских ритмах.
что ж, а теперь я чувствую себя на вручении, вернее, как, ну, да, вручении премии Оскара, потому что сейчас время говорить благодарность и сразу говорить спасибо маме, спасибо папе, спасибо режиссеру. Так вот, действительно, спасибо вам всем, что вы пришли к нам. Мы закончили этот концерт практически. Вот, очень приятно вас всех видеть, приятная реакция зала на наши вот тут вот старания. Мы хотели бы поблагодарить клуб Козлова, клуб Алексея Козлова, прекрасного музыканта. И здесь замечательная сцена. И лично, я не знаю, есть он здесь еще или нет, арт-директора Араика. Спасибо вам огромное, что вы нас пригласили. И у нас есть такая возможность здесь поиграть. Спасибо, да-да-да. Спасибо звукорежиссеру Алексею, который сидит за пультом. Да, и замечательно. Я не знаю, что звучит в зале. Я уверен, что хорошо. На сцене очень удобно. Спасибо. Ну и, в общем-то, под конец наша любимая песня, которую все уже могут, наверное, уже и вы даже сможете сыграть завязанными глазами. «Березничек». Спасибо вам еще раз.